На старинном кладбище тихий ветер стонал в ветвях, и Тому со страху мерещилось, что это души умерших жалуются. Приятели нашли свежую могильную насыпь, которую искали, и спрятались под тремя большими вязами в нескольких метрах от нее. Во мраке появились какие-то смутные фигуры. Перед ними качался старинный жестяной фонарь. «Целых три дьявола!» — шепнул Гекльберри и вздрогнул. «Но мы пропали!» «Ты можешь прочитать молитву?» «Попробуй!» «Боже, на сон грядущий спаси и помилуй меня!» — начал Том. «Это люди!» По крайней мере, один из них. У него голос Мэффа Поттера. Слушай-ка, Гек, я и другой голос узнал. Это индеец Джо. В самом деле, проклятый метис. Уж лучше бы черти, ей-богу. Шепот оборвался, так как три человека дошли до могилы старикашки Вильямса и остановились. «Здесь», — сказал третий и поднял фонарь так, что на его лицо упал свет. Это оказался молодой доктор Робинсон. Поттер вынул большой нож и сказал: «Вот, костоправ, подавай нам еще пятерку». «Что это значит?» — возразил доктор. «Вы ведь потребовали деньги вперед, и я заплатил вам сполна». «Заплатить-то вы заплатили, но у нас с вами есть и другие счеты», — сказал индеец Джо, подходя к доктору. Он с угрозой поднес кулак к самой физиономии доктора. Тот неожиданно размахнулся и одним ударом свалил негодяя на землю. Поттер выронил нож и с криком «Я товарища бить не позволю!» кинулся на доктора. Они схватились в рукопашную. Индеец Джо вскочил на ноги, глаза его горели ненавистью. Он схватил брошенный Поттером нож и стал бегать вокруг, выжидая удобного момента, чтобы нанести удар. Вдруг доктор схватил тяжелую доску с могилы Вильямса и так сильно ударил ею Поттера, что тот повалился на землю. В то же самое мгновение метис изловчился и вонзил нож по самую рукоятку в грудь доктору. Тот покачнулся и упал на Поттера, заливая его своей кровью. «Вот, черт возьми, мы и свели наши счеты», — негромко пробормотал метис. В это время на луну набежали тучи, и перепуганные мальчики бросились бежать в темноте без оглядки. Когда луна опять показалась из-за туч, индеец Джо вложил нож в правую руку Поттера и уселся рядом. Через 5 минут Поттер зашевелился, сжал в руке нож, поднес его глазам и уронил на землю. Потом сел, оттолкнув от себя тело убитого, посмотрел на него, бессмысленно огляделся вокруг и встретил взгляд метиса. «Скверное дело», — сказал тот, не двигаясь с места. «За что ты его?» Поттер побледнел. «Я думал, у меня хмель прошел. Как это вышло, Джо?» «Вы двое сцепились. Он, хватит тебя доской по башке, ты так и повалился. Потом встал, как полоумный, весь дрожишь, вдруг выхватил нож, да и пырнул его в тот самый момент, когда он нанес тебе новый удар». «Да я и ножом-то владеть не умею, Джо! Джо, не выдавай меня!» Несчастный упал перед убийцей на колени, тот глядел на него равнодушно и тупо. «Ладно, Мэф Поттер, ты всегда поступал со мной по совести, и я не стану тебя выдавать. Ступай вон той дорогой, а я этой». Том шел в школу, и ему посчастливилось. В самом начале лугового переулка он встретился с Бекки Тэтчер. Том всегда действовал под влиянием минуты. Он, не задумываясь, подбежал к Бекке и одним духом сказал: «Давай помиримся. Хочешь?» Девочка остановилась и презрительно посмотрела ему в лицо. «Я была бы вам очень благодарна, мистер Томас Сойер, если бы вы оставили меня в покое. Больше я с вами не разговариваю». Она вздернула нос и прошла мимо.
Том был так ошеломлен, что даже не нашелся ответить: «А мне наплевать, недотрога». А потом было уже поздно, поэтому он ничего не сказал, но в душе у него вспыхнула злость. Учитель этой школы мистер Добинс с молоду мечтал сделаться доктором, но вынужден был довольствоваться скромной долей школьного учителя в этом захолустном городишке. Каждый день, сидя в классе, он вынимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и в те промежутки, когда ученики не отвечали уроков, погружался в чтение. Эта книга хранилась у него всегда под замком. Не было школьника, который не сгорал бы желанием заглянуть в книгу, но случая не представлялось никогда. И вот Бекки, проходя мимо учительского стола, заметила, что в замке торчит ключ. Можно ли было пропустить такой редкий случай? Через минуту она уже держала книгу в руках. Заглавие «Анатомия» ничего ей не объяснило, и она принялась перелистывать книгу. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная фигура голого человека. В эту минуту в класс вошел Том Сойер и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку до середины. Она сунула книгу в ящик, повернула ключ и разревелась от стыда и досады. «Том Сойер! Вас только и хватает, что на всякие пакости! Какая подлость встать за спиной и подглядывать!» «Откуда же я знал, что ты тут и на что-то глядишь?» «Стыдитесь, Том Сойер! Вы, конечно, наябедничаете на меня, меня высекут! Меня в школе еще ни разу не секли!» Она топнула ногой, прибавила: «Ну и жалуйтесь, у вас подлости хватит, гадки, гадки, гадки!» Она зарыдала опять и бросилась вон из класса. Том остался на месте, ошарашенный ее нападением. Что за глупый народ эти девчонки? Никогда не секли в школе. Велика важность, что высекут. Понятно, я ни слова не скажу старику Добинсу про эту дуреху, но она все равно попадется. Ну и высекут ее наверняка. Попалась теперь Бекки Тэтчер. От розги ей не уйти.